Так, ну что, мы поели вот в этой кафехе, которая справа, ну, короче, рядом с парком прям находится. Вот парк развлечений, вы прям упираетесь на нее. Супер, отличная кафеха, нормальные цены и очень все достойно, вкусно. Есть меню, как бы, супчики, и они не острые, так что... И, в общем-то, и хачапури вкусные по-аджарски. А туда нет, мы не идем туда. Вот, так что продолжаем гулять сейчас. Жена тоже доест, а то парень очень активный. Я его забрал, он поел. И мы сейчас с ним пока по парку поколесим. Подождем, пока все докушают. Пойдемте посмотрим, что еще здесь есть интересного в парке. Я видел, там есть какие-то еще типа арт-объекты. Вот здесь такой памятник. Идем гулять. Такое здесь дерево прикольное. Интересно. Вообще нравится здесь. Такая позитивная атмосфера, так хорошо. Особенно после еды вкусной. Сейчас дойдем до фонтана здесь. Посмотрим, как он выглядит. Погода сегодня прям жарко. Жарко, 32 градуса по ощущениям. Круто, что мы выбрали такой маршрут, он в целом как раз ведет нас, ну, по всем таким более-менее интересным местам, что не сильно напрягает с детьми прогуляться. А, ну вот, вот мы смотрели это. Фонтан такой интересный здесь, значит, кажется, что камень вот этот, он как будто бы держится на струе фонтана. Вот посмотрите. Но на самом деле он стоит на столбе. Но, однако, такой вот интересный арт-объект здесь получился. Прикольно, когда есть всякие вот такие, ну, интересные инсталляции, знаете, фонтан, не просто фонтан, а вот такой, здесь с изюминкой, да, со своей. Пальмы тут. Интересные растения. Такой сад красивый здесь, в виде сердца, между прочим, он сделан. Я думаю, сейчас взлечу, мы посмотрим, поснимаем это. Ну и все это еще вот украшается этими высотками, которые здесь строятся. Выглядит классно. Еще прикольное сочетание со старыми домами. Вот сейчас в летнюю солнечную погоду это выглядит особенно так приятно. Зимой здесь, конечно, ливни. Очень сильные ливни, ураганы. Вот у меня друзья здесь жили, получается, ну, примерно полгода, пусть будет так. И, конечно, говорили, что как бы неделями льют дожди. В общем, все мокрое. Ничего не просыхает, то есть ты стираешь, ничего не просыхает. В этом плане, конечно, есть минус, но как город-курорт просто бомба вообще, мне очень нравится.
так, но мы продолжаем гулять. Вот сейчас идем по улице 26 мая в сторону площади Европы. Посмотрим. Вот такой здесь центр исторический, старый. Такие дома, улочки. Очень чем-то похожи на Санкт-Петербург. Чем-то на какие-то еще города. Моментами. В общем, атмосферно, красиво. Успела все-таки полетать немножечко, но все-таки здесь зона аэропорта, поэтому наглеть я сильно не стал. Так, пролетелся, кадры, конечно же, появятся в ролике. А может быть, уже вы посмотрели вот эти вот кадры парка 6 мая. Сейчас посмотрим, как выглядит площадь Европы. Ну, я видел, на самом деле, как раз в новогодние праздники приезжал сюда мимоходом. Заезжали мы с друзьями, а я ехал в сторону Турции, чтобы мне нужно было вывести машину, так как 3 месяца уже прошло в Грузии, на российских номерах можно находиться только 3 месяца. Потом нужно обязательно пересечь границу и вернуться снова 3 месяца. Поэтому я ездил в Турцию, и на обратном пути мы заехали с друзьями. Со мной еще друзья присоединились. Мы заехали сюда, в Батуми, покушать и немного прогуляться, отдохнуть. Буквально там на пару часиков. В общем, продолжаем гулять. И, знаете, ну, все хорошо вроде бы. Погода прям поет. Уже вот дочка тут на спине. И мы уже почти дошли до площади Европы. Ну что, дошли мы до площади Европы. Вот так она великолепно выглядит. Здесь такое старинное здание. Посмотрите сочетание вот с этими новыми небоскребами и стела. Здесь же у нас еще один такой прекрасная крыша, шпиль, здание со шпилем, еще одно здание. А вот на этом месте здесь зимой стояла елка огромная. И здесь была большая сцена, было очень круто. Играла музыка, и люди танцевали, веселились. Было очень празднично и весело. Вот такая площадь красивая здесь. Так что, ну, мы, наверное, будем уже завершать прогулку. Дети уже устали, дочка уже устала ходить тоже по солнцу. Так что будем потихоньку двигаться. Вообще еще были планы зайти в пару магазинов и аптеку. Сейчас посмотрим. Может быть, это уже будет завершение видео, может быть, мы еще все-таки осилим небольшую прогулку. Так, ну что, двигаем мы в сторону уже набережной, в сторону машины. Будем потихоньку сворачиваться, может, еще по набережной прогуляемся. Пообщались немного на площади с ребятами из Москвы. Вот, поделились своими впечатлениями о Грузии. И рассказали им, как мы здесь пожили полгода. Вот. Отдохнули, зашли в аптеку, купили лекарства, которых нет в России. И я думаю, что на этом наша миссия выполнена. Хотя мы хотели еще в Карфур зайти. Там бывают прикольные тоже штучки всякие. Вот. Держим путь по такой улице.
Ну и как в прошлый раз, здесь все так же много-много приезжих из России. Кто-то живет, кто-то, в общем, отдыхает. Но вот сейчас, по-моему, еще больше стало. Понятно, что отдыхающих очень много, которые приезжают купаться в море. Как правило, на своих машинах, я смотрю, все ездят. Я думаю, со временем увеличится и те, кто, в общем, прилетают, приплывают, хотя паром, по-моему, больше сюда не будет ходить, останавливаться, вернее, там круизный лайнер. Что? Посмотри, какое растение с такими листьями огромными. А, ничего себе, да. Прикольная площадка с этими шахматами. Ну вот, мы вернулись, в общем-то, к парку. Вернее, не к парку, а к набережной. Просто здесь вдоль набережной, как правило, парк. А вот здесь же у нас, да, машина? Не, машина-то с той стороны. Да. Что это за растение, интересно? Прикольная такая шахматная доска. И посмотрите на это растение с огромными просто листьями. Вот так. Мощный ствол. Интересно, что это такое? Бамбук? Ну, вряд ли это не бамбук. Что-то такое знакомое, кстати, из каких-то фильмов. Так, дошли мы до здания летнего театра. Так оно выглядит. Здесь вот виднеется еще небоскреб такой. И идем в сторону набережной, уже почти дошли, тут метров 50 осталось. Дети, конечно, уже это бесится, не то слово. Особенно Артур. Артур, идем. Артур. Да, муравей. Муравей. Человек-муравей. Человек-муравей. Thank you.
всякие здесь фазанчики, павлинчики. Идем, Артур. Идем. Тут увидели. Ох ты ж. А ну-ка, раскрой, птичка, свой хвост. Для тебя он вряд ли раскроет. Эй, я красивая самка. Раскрой мне хвост. Покажи свою красоту. Покажи свою красоту. Ой. Ну, спасибо, хоть прошел мимо. Ну что, дошли мы наконец-таки до машины. В общем, прогулка оказалась отличной. Вообще хорошо прошлись, сделали такой круг, получается, немного по набережной. Дошли до парка 6 мая. Там же посидели, поели в кафе, посмотрели, в общем, зверинец. И дошли до площади Европы. Немного там тоже посидели около Макдональдса и потом вернулись на набережную. И вот я здесь еще немного погуляли около летнего театра. Алис, ты довольна прогулкой? Алис, ты довольна прогулкой? Алиса устала, поэтому она типа недовольна. На самом деле она очень радуется в душе. Где-то очень глубоко. Да, в общем... Отличный город для отдыха. В общем-то, море вроде такое же, как и в Кабулете. И в этом, в Уреке. В Уреке единственная вот эта вот мутная водичка из-за песка. А так все норм. Такие вот дела. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. И приезжайте в Батуми отдыхать. Всем пока.